Командир авиабазы полковник Александр Петров учит подчиненных своим примером. Способен выполнять любую задачу в воздухе. За плечами 2000 часов налета. Когда он в небе, вся база выходит посмотреть на воздушные пируэты заслуженного аса. По нашей просьбе специально для зрителей программы «Часовой» он согласился показать фигуры высшего пилотажа на малой высоте прямо над аэродромом. Косая петля с перегрузкой до 6 единиц, бочка, ухо, петля Нестерова и перевернутый полет. Полковник Петров несколько лет возглавлял 237-й авиацентр в Кубинке, где базируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Так что знает, как летать не только сложно, но и красиво. Командир должен летать так, чтобы на него смотрели и делали вывод, как необходимо делать. Ну, естественно, и необходимо выполнять полет таким образом, чтобы можно было потом нормально требовать от летчиков качество техники пилотирования, заходы на посадки. Командир это в любом полку, это пример летной работы и летной подготовки.